ничего не должен предоставлять. Наша милиция никому не должна, гражданин Украины не должен. Нету граждан Украины. Я бы сказал, кто есть. А кто есть? Нет граждан Украины? Нет. А вы же состоите на службе, ну у гражданина что? Украины. Вы же давали присягу. Я не у гражданина Украины состою на службе. Вы в присяге. Когда я буду вы состоять присяге. У гражданина Украины на службе, я буду у него раб, а я рабом не буду. Вы же служите закону? Закону. Закону Украины. Да, но не гражданину Украины. Приказу. 33-й приказ. Да. Берете 33-й приказ. Берем 33-й приказ. Служите его бардачок. Берем не забывайте 33-й за него. Приказ. Потому что я не занимаюсь. Порушение правила дорожного движения. Официальный сайт МВД, пожалуйста, вот. Выкиньте этот официальный сайт вот. МВД. Чудесно. Чудесно, раз чудесно. Есть закон. Есть закон. Вы считаете, но вы ко мне обратились, пожалуйста, предоставьте документы. Я не к вам обращаюсь. Но я вы меня спрашиваете. Я разговариваю, я не у вас спрашиваю. Вы меня спрашиваете, я адвокат? Я не у вас спрашиваю. А у кого спрашиваете? Вот здесь вот напротив я спрашиваю. У кого? Адвокат или нет? Вот, смотрите. Никого. Похоже, неадекват. ДО 0360. А предоставьте, пожалуйста, документы. Вы... С какой стороны? Ну, вы же ко мне обратились? Нет. А с кем вы сейчас беседуете? Я не знаю вообще, кто вы. Ну, а вы сейчас и к человеку обращаетесь? Делаете? Нет. От я разговариваю сам с собой. А, то есть работник милиции разговаривает сам с собой? Да. Это считаете адекватность? Конечно. Ты что, больной, блядь? Вы что, пьяный, инспектор? Да, пьяный. Твоё привезение, Миша, да, две колонки. У них кончились деньги, подключение оплачивать подросткам нечего. 1000 рублей нету. Слушай, это корпоратор, да? Да. Хорошо. Это РГМУ. Хорошо, да. Добрый день, меня зовут Бургин Сергей Владимирович, представьте, пожалуйста. Еще раз, добрый день, меня зовут добрый Бургин день. Сергей, представьте, пожалуйста. Инспектор Ивченко. Как? Ивченко. Ивченко. Да. Номер ваш? 342. А что сейчас происходит вот с машиной О-197К? Подарите инспектор. А вы видели, как она стояла? Видели. А почему мер не приняли? Вон подошел инспектор. Нет. Еще раз. Я вас тоже неодноразово уже запинял. А правую руку покажите. Что, мазолей или что-то? Конечно. Да. А вы не? Значит, основное количество наших нарушителей правил дорожного движения в основном не хотят своевременно оплачивать штраф на месте. Ой, не на месте, а своевременно оплачивать штраф. Подожди, давай-ка снова. Можно? Я вас сейчас, я и сломаю вам, говорю, камеру, потом хотите, подавайте. Берите, пожалуйста. Саша. Моё право, вы спрашивали меня снимать? Я у вас не обязан спрашивать. Смотрите, молодой человек, я вам объясняю, вы не уйдете сюда, от никуда, я вам обещаю. Вы с руководством же, ну как, не надо мне рассказываться. Уберите, пожалуйста, я серьезно говорю, я возьму сейчас элементарно разобью камеру. Вы послушайте, что он говорит. Я вам, вас, вы как руководитель, я говорю, уберите камеру, я просто возьму элементарно разобью камеру. Потом, вы вот, знаете, я не... Вы на каком основании, если вы юридически заканчивали, на каком право вы имеете меня снимать? Объясните мне. Я нарушил, вы я вам давала, я вам давала, подождите. Мы снимали, как вы я работаете. Я понимаю, когда это снимается, можно подойти по-культурному, попросить, чтобы показать. Так. Ну так, короче, не заснять. Подожди, ну мы не труси руками. Вот. Есть? Есть. Теперь там другую должен заснять. Есть? Разделим его.
Что такое? А включите спецсигналы, я вам уступлю. Не надо ломиться, как быдло. Не надо ломиться, как быдло, сзади и моргать. Есть спецсигналы, включите, и вам уступят дорогу. Отдельный батальон старший лейтенант Александр. В порядке? Трезвый сегодня? Нет, как всегда в говно. Как всегда в говно. Поезжайте, до свидания. Ну тише, ну руку уберите, на полицейке. Вы что себя так ведете? 00-00-34-7. Пойдемте. Что? Пойдемте поговорим. Здесь говорите. Пойдемте говорить. Здесь говорите, я вам сказал. Никуда не пойдем. Я вам сказал. Ну потому что я никуда с вами не пойду. Здесь давайте общаться. Давайте ваш проверим. Что случилось, на каком основании? Просто проверку. В чем дело, почему, зачем? Ну на каком основании? Я нарушал общественный порядок или что? У вас попросили документы. Тише, тише, не приближайтесь, не приближайтесь. Тише, тише. Опустите свою камеру. Так, 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 так. Это что такое еще обязан? Я ничего вам не обязан. А что я вам обязан? Что обязан? Документы имеете подавать. На каком основании? Что случилось? В чем дело? Ваше удостоверение. Зачем? Удостоверение, я вам говорю. Я вас спрашиваю, удостоверение свое. Покажите. Показывайте, вы тоже удостоверение готовьте. Рядовой, ну по. Да руки уберите, что ли, вы что делаете? Я вам еще раз говорю. Руки уберите свои, я вам сказал. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Вот это ничего себе. А ну-ка, документики ваши. Я не прочитал, не успел. Рядовой полиции я только успел прочитать, на самом деле. Я не успел прочитать. Я не успел прочитать. Давайте 020 звоним, разговор больше не будет. Впервые просто документ покажите. 0,20 набираем, все. Вы просто документ. 0,20 набираем и все. Сейчас громкую связь включу. Все, громко включать, сейчас связь отключу. Нет, не скажу, сейчас привет. Тише, тише, тише. А вы знаете, что я обязан сделать, когда я тон повышаю? Вы должны дать мне время успокоиться. Понятно вам, нет? Вот и давайте время успокоить, будем разговаривать потом. Успокоиться. Нету, да, профессиональный этик кодекс. Читали, вот почитайте, узнаем. Сейчас полиция, тише, 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 тише. Они кидаются на меня руками, что-то размахивают. Что, глупские говорите? Все зафиксировано. Что ваш комментарий не нужны, все. Что зафиксировано? Ваш что зафиксировано? Евгений Алексеевич. Что зафиксировано, скажите. Что Евгений Алексеевич. Подожди, сейчас я прошу. Да я не вижу, на самом деле, не успел я прочесть. Серьезно, не успел. Полицейский, вы что себя так ведете? Я не успел прочесть. Все ведете. Вот так вот себя ведете. Я не успел прочесть ваше удостоверение. Гражданин, все нормально, ведите, пожалуйста. Я себя нормально веду. Адекватно ведите. А как я себя неадекватно? В чем выражаете? В чем выражаете? Ну в чем выражаете? Вы можете, ну скажите, в чем выражаете? Адекватно. В чем выражаете? Ну в чем? Вам показали удостоверение, руками не машите, вам сказали не снимайте. Руками вам не, не сказали не снимайте, а сошлись с закон. Почему нельзя-то? Почему нельзя? Сказал, тише, тише, тише. Почему нельзя? Да нет. Почему нельзя снимать? Почему нельзя? Почему нельзя? И что? Пройдите, вы нам... Тише, 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 тише. Сейчас полицейские придут. Полицейские сейчас придут. Тише, тише. Ну вы убавьте то. Опа! 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 Тише, руки уберите! Руки уберите свои, вы что делаете? Вы что творите? Вы что творите? Вы что делаете? Дик, возьми камеру, снимайте.